день перед вами лот бижутерии от известного шведского бренда H&M. Этот лот небольшой, и в том числе он ассортиментный. Здесь есть браслеты, кольца, серьги, украшения на волосы металлические, вот украшения на волосы, браслеты и много чего другое. Значит, шведский бренд, вот тут вот еще есть брелки, серьги. Этот лот поможет вам привлечь нового клиента, молодежь, потому что шведский бренд H&M, он всегда в тренде моды. То есть он тем и хорош, есть у них такое качество, пусеты, что они тоже подвески, на, как брелки на сумке. Ну, можно их, наверное, и как использовать, как подвески на цепочку. Так вот, H&M всегда в тренде. Смотрите, какие, да, заколки. Кроме этого, он отсутствует на рынке России, а к нему все привыкли, а его все любят. И вы сможете привлечь клиентов, молодежь, которые завтра у вас станут постоянными клиентами. Не теряйте свою возможность. Смотрите подробности об этом лоте в ссылке под описанием. И покупайте этот лот прямо сейчас. Смотрите. Давайте к стоимости. Вот тоже браслет металлический. Стоимость. Вот смотрите, да, стоит он. Не могу поверить, неужели 190 евро, такого быть не может. Ну, вообще, в целом, качество, оно прям хорошее, вот этой бижутерии, прям, ну, классное, да, такие они, не дешевка нифига. Вот цепочка есть. Ну-ка, здесь что написано? А, 15 евро, вот, 15 евро стоит такая цепочка. Это в Европе, а у нас вы купите ее значительно дешевле, прямо в разы дешевле. И это современная коллекция. Посмотрите, какая красота. На сумку. Здесь есть для волос резинки в виде соски, кольцо, набор резинок, браслет, металлический браслет. Смотрите, какая цепь на шею, да, то есть отпад для дискотеки, прям то, что надо. Здесь колечко для мужчин, для женщин. На сумку. Потом здесь, смотрите, есть какая-то сумочка, возможно, она подарочная, то есть из льна. Такая вот, можно туда бижутерию сложить. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием.